2022 год, несмотря на обстановку, не особо такую благоприятную, но сейчас думаем, как прятать нам вот эту всю красоту. Вы только посмотрите, как тесто поднялось. Какая же это красота! Мансур, ты победитель, ты победитель! Всем доброй ночи, друзья! А я пеку вот такой вот красивенький пирог с повидлом абрикосовым. И здесь у меня грецкие орехи. Снизу сейчас буду смазывать желтком и молоком весь пирог. Пока показываю вам без смазывания. Он еще у меня будет стоять на расстойке где-то минут 20. В принципе, когда я вот эту вот решетку делала, украшала, он у меня уже поднялся. Тесто шикарное получилось, прям тютелька в тютельку все хватило, видите? Здесь не хватило на косичку, я добавила 2 цветочка. Посмотрим, что у меня получится, когда он будет выпекаться и будет готов. Обязательно покажу вам. Вы только посмотрите, как тесто поднялось. Какая же это красота! 15 минут прошло. Выпекаем 30 минут на 200 градусах. Прошло 40 минут. Наш пирог готов. Вот такой вот он мягенький, воздушный. Посмотрите, какой он красивый. Я прям сама не нарадуюсь. Надеюсь, что в меру все ингредиенты, и он будет вкусный. Грецкие орехи тоже там, забыла вам сказать, измельченные. Цветочки на месте. Но все остынет. Завтра будем пробовать, потому что уже поздно. А дети ждали, ждали, ждали. Вот. Завтра, наоборот, к чаю будет. Очень даже кстати. Хочу вам показать высоту пирога. Пергамент я сняла. Сейчас накрою полотенчиком, чтобы он стал мягкий. И остыл на завтра. А рецепт такого прекрасного пирога я напишу под описанием видео и в закрепленном комментарии. Готовьте по этому рецепту, у вас все получится. Такой вот мягенький, прекрасный, красивый пирог. Любую начинку можно использовать, какая вам нравится. Можно без орехов. А можно и с орехами, это очень вкусно. Привет, солнышко, с легким паром тебя! Спасибо. Завтра у Ляночки день рождения, она такая уже большая, стройная, высокая. Лян, ты такая была пухляшка, когда маленькая была. Да, теперь я вытянулась, потому что я шла на гимнастику. Гимнастика нас исправила, да, Ляна? И осанку, и стройность сделала, да? Ровненькие ножки, моя золотая. Давай, одевай капюшончик, потому что мокрые волосики. Сушись, и будем расчесываться потом и одеваться, да? Сейчас Фатима будет купаться. Нет, сейчас Мансурик будет купаться, а Фатима третья будет купаться, вот. Да, время летит. Вот, у меня уборочка была капитальная, генеральная. Сижу, отдыхаю, наслаждаюсь. Плов приготовила, салатик поели. Вот такие вот дела. Погода у нас хорошая. Сейчас встаю, времени нету сидеть. Надо делать дела. Друзья, привет. А мы на ночь глядя едем покупать шары на день рождения Ляночки. Ой, меня не видно, но силуэт видите, да? Что-то видно. И еще чуть не забыла, за тортиком тоже едем. Заказать свеженький на завтра тортик. Вот, будем отмечать по мелочи. Так, в связи с этой обстановкой все-таки надо ребенку поднять настроение и себе тоже. Вот, деткам, вернее, всем. Оказывается, шарики с гелием дефицит. Посмотрели.
А в цветочном нам сказали гелия нету. В общем, нечем закачивать, да, вот эти вот шарики. Сейчас хотим корзинку купить с цветами. Лучше будет, наверное, и красивее. Выбрали вот такой букетик красивый. И еще вот такие вот шарики. Геля нету. Нашли способ вот так вот на палочке. Красивые цвета. Единорожка, то, что Лиана любит. На утро готово все, на день рождения. Итак, друзья, мы еще купили тортик. Тортик у нас в багажнике. Сейчас думаем, как прятать нам вот эту всю красоту для Лианочки, чтобы они не увидели. Вот, они у нас одни дома. На 2 часа их оставили. Они у нас уже большие девочки. Смотрят за Мансурчиком. Наверное, все оставим в машине. Зайдем, потом уже будем забирать. Или заберем с собой. Оставим за дверью. Расула я оставлю. Попрошу их зайти в комнату всех. И потом уже все в кладовку будем ложить. Складывать нашу красоту. И вот такой вот тортик взяли. Лиана заказала именно вот такой вот. Всем приветик! У Лианочки сегодня день рождения. Они проснулись, обедом поспали, чтобы были силы поехать куда? В лесики, да? Да. Поиграться от души, побегать, попрыгать на батуте. Вот так вот я их одела. Светленькие, красивенькие платьица. Мансур вообще убежал, радуется. У нас уже стол накрытый, но не хватает тортика. Сейчас будем дарить подарочки, да, Лиана? Ты рада? Тебе 8 лет, моя солнышко. Я тебе желаю самого прекрасного будущего. Чтобы ты была самая счастливая, здоровая. Чтобы хорошо училась на пятерочке. И вот так вот всегда вы танцевали, как Мансурик, радовались в жизни. Чтобы у вас были детки самые здоровые, прекрасные. В общем, хочу уже плакать, но стараюсь не плакать. Очень радостный момент. Уже 8 лет Лианочке. Мамина солнышко, дай я тебя поцелую. Будем дарить подарочки. Помаду стери. Помаду. 30 сентября в 12:40 дня обеда родилась прекрасная девочка. Умная, какая она старательная, какая она... ответственная, всегда переживает за всех, да, Лиана? Да. И Фатимочка моя умница, красавица. Они как близняшки оделись, да? Да. Все только говорят, ободочки. Даже наши подруги. Вы близняшки? Подружки? Да, говорят. Ну да, вы же похожи. Скоро будет день рождения у Мансурчика тоже. Покажись, красавчик, покажись. Ты ждешь своего день рождения? Посмотрите, да. Какой у него хаги-ваги, дай. Дай. Покажу. А, нажми. Вот такие вот у него глазки, как у лягушонка, да? Да. Ну все, мы сейчас будем тоже переодеваться. Да, после того, как мы сейчас поздравим Лианочку, подарим конвертики. В виде... Ну, сама знаешь, покажу. Мы уже игрушки не покупаем, потому что уже девочка выросла. Какие куклы нам, да, Лиана? Уже да. Куклы нам не нужны, уже потому второй класс. Мы уже во втором классе. Ну да, нам уже не интересно. И куклы у нас есть, игрушек валом. Вот, будем за 2 часа вечера. Ждем папу, он пошел за соками. Купили соки. А мамочка тоже вот так вот оделась. Готова. На мне шелковая рубашечка. Вот такие вот в клёш брючки, удобненькие, топик, брючки. Вот так вот, макияж, вот такие вот серьги, тюльпанчики, такой макияж сделала прям профессиональный. Ну все, мы готовы, в принципе. Да. У нас сегодня погода тоже прекрасная. Я одену босоножки, надену. Я вот, хотела, как лето прям. Не буду ничего верхнее одевать. А вот так вот прям с рубашечкой легкой выйдем. А, конечно же, мы будем переодеваться, хвостики делать. Да, девочки? Да. Наденем штанишки, легкую одежду спортивную, чтобы нам там прыгать.
веселиться. Там, там выбор. Посмотрите, какие красивые шарики разноцветные купили. Сейчас гелевые шарики не продаются. Сами понимаете, из-за чего очень дорого их привозить за границы. Мы купили вот такие вот на палочке. И не хуже даже, да, чем гелевые. Форму держат, стоят. Красота! С днем рождения, моя принцесса! Лианочка моя, желаю тебе счастья, здоровья, всех успехов. Пока зажигаем свечи, папа говорит пожелания. А они что тут делают? Ну-ка туда идите. С днем рождения, солнышки! С днем рождения, солнышко! С днем рождения! Хлопайте, девочки, какая ура! Красота! Будет. Сейчас будет она задувать. Вечер. Да, нет, подождите, Ляна, Ляна будет задувать. Я тоже хочу. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ничего, солнышко. Какой так, один конвертик дарим Ляночке, а это от нас Ляночка. Туда поворачиваемся, денежки тебе дарим, чтобы ты купила себе телефончик, еще собрала. Хорошо, солнышко, ты рада? Да. Дали. Ляна, еще один конверт, побольше. Давай потом откроешь. И торт покупай. Так, в общем, здесь 5000. Давай, убираем. И на рождение, Ляна. Мансур, ты его сними тоже. Давай, как будто резать. Я вот тоже так хочу. Дайте. Да, теперь. Один кусочек. Второй и третий. Так, много, это наверное, вы не будете. Сейчас еще мы в ресторан зайдем. Покушаем. Это, наверное, большие, да, кусочки? О том, как я поем. Ну ничего, если оставите, ничего страшного. Сколько хотите, покушайте. Мансур, тебе вот такой вот большой летит кусок. Давай, кушай на здоровье. Я начала лечить. Вкуснятин. И Фатиму поцелуем. Ой, солнышко. И моего сладкого единственного сыночка. У меня ручки грязные. Грязные, как кремя. Отпечаток оставила от помады. Мансур. Тигр. Папа наш охранник, да? Да, я слежу за ними, как они кушают. Приятного вам аппетита. Сейчас я тоже буду пробовать самый вкусный тортик. И фаники. Мы оделись поудобнее. Девочки, вот так вот штанишки розовенькие одели, футболочки, бантики. Будем бегать, прыгать. И Мансурчик тоже. Там поменяю я ему вот эти вот штанишки. Да, там большие кубики тоже есть в лесиках. Покажи вот эти вот. Нравятся мне бантики очень. Они с таким жемчугом. Ой, подожди, подожди. Лян, повернись. Да. Все, давайте садимся в машину. Ой, хлопушку забыли, Расул. У нас 30 сентября 2022 год. Несмотря на обстановку, не особо такую благоприятную, но мы должны праздновать. У детей должен быть праздник, веселье. В общем, у нас жарко прям, жара такая, как будто летом. Я надела футболочку с коротким рукавом, чтобы мне было удобно. Да что это так отсвечивает? Ждем Расула. Смотрите, ребята, у меня кристалл вот такой. Кристалл, да? Кристалл.
приехали в СБС. Наконец-то пробки были. По-моему, все уезжают из города. Папа не может место найти прям. Лишь бы, чтобы его машину не поцарапали. Ищет место более такое широкое. А мы уже готовы. И ты попал во всю школу такую. Уже давно, папа. Все, на лифте поднялись. Вот наши лесики. Разрешали. Эти штаны тоже не оставляйте. Все, закончились патрули. Мансур, ты победитель, ты победитель.
здесь нету картошки фри. Да. И в субботу здесь много людей будет. Как тут самый раз? Свою покушай сначала. Приятного аппетита! Давай. А мы забыли Ляне подарить букет. Ляна, открывай глазки, зато пришли. Подарили, какой красивый. Как он пахнет. Понюхай, Лян, как он тебе. Я тоже хочу. Нравится? Цвет. Ну что ты, они уже все. Фатима, тебе тоже подарим на день рождения, солнышко.